Всем приветик! Сейчас я вот в этих вот моих рабочих перчатках, на которые наклеена изолента в один слой, буду разбивать черепицу. Вот такую вот черепицу. Новенькая, ее вес, по-моему, 5 килограмм, что-то такое. Сразу вперед забегая, говорю о том, что слой изоленты на перчатке у меня наклеен для того, чтобы я мог спокойно на кулаках отжиматься от палет или от бетонного пола, чтобы не вредить руки. И поэтому эти же перчатки я одел для того, чтобы сломать черепицу. Об голову я ломать ее не буду. Об голову я уже ломал черепицу неоднократно. И это я уже показывал у себя на старом канале. Скоро будет на этом канале повторное видео о том, как я ломаю черепицу об голову. Сейчас же я буду ломать черепицу рукой. Вот и все. Для чего я это сделал? Чтобы вам продемонстрировать силу удара, одиночного удара. Потому что если делать серийный удар, как многие говорят, утверждают, я, конечно, не видел, за одну секунду от 10 до 15 ударов кулаком, вы можете сами представить себе, скорость будет классная, но вот сила удара будет, увы, никакая. Как муха крылышком махнула. Ну что ж, на этом у меня все. Всем удачи, пока! Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться видео с друзьями, оставить свой веский комментарий по данному поводу. Ну и оставайтесь здоровы. Будьте с нами. Пока.